Сообщению СМИ, да, теперь мы понимаем, что происходит и что стало причиной решения Кайперса. Они прорвались на другую какую-то трибуну, да? Я просто не совсем понимаю, почему туда прорвы зачистили, и мало того, сейчас тушат фаеры. Но они, понятно, сейчас уйдут. Да, вот мы видим, ограждение уйдут, вот оранжевое кресло, это оранжевая трибуна уже начинается. Выдавливают полицейских, хорватов.